Новый трек 2 февраля. Продюсер by Joe Lisho. Обложка такая у нас, да, фиолетовая, анимешная. Чё это у нас? Ну, если бы не было верхушки вот такой с голубыми совсем, с голубыми облаками, вот этой истории, то это прям какой-то электронофонк был бы, да? Так это гиперпоп как будто бы, да, может, гличкор, еще чего-то там, хрен знает. Ну, если это просто, да, что-то, учитывая особенно вот эту вот историю там с такой, типа, сталью или что это, хромовая плетка какая-то, хрен знает. Вообще, мне кажется, стилей, это не, дело не в контрастах, мне кажется, стилей как будто намешано много разных в облоге. Много разных стилей намешано, и не совсем понятно, типа, что происходит. Глич, рок, фонк и гиперпоп. Да, вот что-то такое. Ну, погнали, посмотрим. Так, давайте посмотрим сначала, сколько он делает вообще, да? Что мы можем ждать? Можем ли мы закинуть его так? Во фрешмена мы закинуть его не можем, потому что делает он давно. 18-го года сингл, 19-го года куча синглов, 20-го куча синглов, 21-го 3 штуки, 23-го. 22-й, получается, был у него перерывом определенным. И далее вот такая вот история. Так, обложки пытался делать концептуальные. Вот эквилибриум вижу, да? Да, тут Зак Мартин, жди меня. В принципе, над обложками заморачивается. Здесь тоже заморочился, но как будто бы это может быть эксперимент в плане какого-то электронного звучания. Может быть, до этого он делал по-другому, да? Давайте посмотрим, что это такое вообще в целом. О, это первый трек, который был выпущен спустя год тишины. Я переосмыслил свое звучание и вектор направления. Если раньше старался попасть в какие-то шаблонные рамки поп-музыки, то теперь я пообещал дать себе свободу, как в мыслях, так и в музыке. Это круто. На 23-й год у меня большие планы именно в количестве выпускаемого материала. Надеюсь, что вы скоро это услышите. В количестве выпускаемого материала. Ну, да, то есть выпускать по одному треку в год так себе, конечно, история. Уж молчать целый год это точно так себе. Но количество это круто, но качество, да. Качество это было бы важно. С другой стороны, если ты будешь экспериментировать, то тебе просто качество даже достаточно будет. Ничего нету, да, больше. Достаточно будет просто делать количество для начала, чтобы поймать себя, чтобы найти какие-то свои истории, да, и показать себя зрителям, что ты вообще существуешь. И какой-то фидбэк имея, уже, так сказать, подправлять, да. Но во фрешмены тоже не можем добавить, к сожалению, потому что делаешь с 18 года, там пауза у тебя какая-то была. Если бы там ребрендинг какой-то был, да, там ты на другой совсем стиль запрыгнул или ник сменил бы, там это одно. Тогда окей, да, как LJ, например. А если ты прям продолжаешь делать, то, к сожалению, нет. Погнали, Зак Мартин, слова. Одинокие, вечные страны, спешу в горы. Разоречка ралли, слова, она же как вагина. Куплет Долго. Очень большой куплет. Повторяешь, слишком скучно. Припев задумка хорошая, не реализовал по харизме, не справился, не верю. В припеве хорошо, в куплете хорошо, очень хорошо, но очень однообразно и ровно. Тут получше как будто бы, да. Тут получше, вторая часть припева. Я хочу тёплый рукомюз, по глазам бабчи, в ушах плюс. Я фаталист.
сорвусь, ясно, процентов 90. Ясно, что я добьюсь успеха. Маска в Москве не ЮНЕСКО. Ясно, ясно. Затянул, очень сильно затянул. Вероятно, это связано с тем, что ты перешел на новый жанр, на более динамичный жанр с какой-то мягкой, может быть, поп-музыки или каких-то распевок. И, соответственно, тебе пока странновато делать очень коротенький хрон, да, то есть делать 8 куплетик или 12 максимум. Вот, потом всякие играть с бриджами, предприпевами и так далее. Идешь уверенно в куплете, чувствуется скилл однозначно. Вот здесь немного переиграл, да, в припеве. Вот эта история, как будто, ну, не это, да. Не до конца уверенно идешь. Не могу я сказать, что да, типа, вот я погрузился в песню, я вижу, что ты стараешься, а это значит, я не верю тому, что происходит. Здесь все супер, но слишком однообразно. Слишком однообразно идешь. Если бы ты подавал какую-то мягкую историю, там можно петь, рассказывать одно и то же, да, типа долго, четверки, там бам-бам-бам. Здесь динамика. Чё-то потому что да-да-да-да-да-да. Та-д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 а. Чё-то потягивай. Евро на рубли, то есть рубли на евро. Начинай откладывать у тебя зеро. Та-д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 а. Еще разочек. Пускай. Еще как вариант неплохой вариант был бы, если бы вот после этого бит чуть-чуть поменялся, синт какой-то, может быть, добавился, или драмочка немножко, мелодия где-то какая-то, то есть поразнообразнее отсюда. Вот тут однозначно должен был быть какой-то мини-дроп. После двух вот этих историй должен был быть дроп. А ты мало того, что тут его не сделал, оно, соответственно, там и уехало, да, все далеко. Ну, тут, типа вот тут, да, начал тянуть. Но это недостаточно. То есть то, что ты сменил вот здесь, да, вот. Я хочу попасть домой себе, но где-нибудь в Майами, но не в Дублино, чтобы мой папа и моя мама ходили с веночком и пьедесталом. Это как, ну, это, понимаешь? Этого недостаточно. Музыка продолжает быть такой же тембр и экспрессия. Та-да-да-да-да, та-да-да-да-да-да-да-да-да. То есть, короче, динамика нужна. Даже учитывая, что это поп-музыка. Ты мог бы смело сделать из этого два куплета. То есть это сделать один куплет, потом запустить бриджик какой-нибудь, вот типа предприпева, да, или бриджик какой-то еще сделать. Или из вот этого куска сделать бриджик интересный. Интересный бриджик делаешь, потом еще вот эту историю или припев там. Ну, короче, перезатянуто. Что касается реализации, в куплете ритмику легко чувствуешь. Каждую игру чего-то та-та-па-там. И застели важишь, да-да-да-да-да-да. То есть вот это ты хорошо, да, и хорошо, хорошо ритмическим рисунком играешь. Уверенно на голосе делаешь, видно, опыт есть. Вот, но в целом песня скучная. Как попытка и проба пера звука вполне себе неплохо. В плейлист это точно не летит. Во фрешмены нет, потому что ты не фрешмен, ты уже дядька старый. Вот, опытный имеется в виду. Поэтому исключительно это будет ожидание, да, от тебя новых продуктов. Послушаем ли следующий? Не знаю. Не факт, что ты будешь готов. То, что к середине года ты раскочегаришься, вполне себе верю в это. Вполне себе в это верю я, да. Так, это мы добавляем точно в спонсоры. Сейчас, подожди. Сейчас. И вот это тоже мы добавляем в спонсоры. Да, я забыл добавить предыдущий трек, потому что, ну, он был такой норм, да, вообще весьма. Угу. Кайф. Ну, в общем, вот так вот.
Что скажете? Что скажете вы? Давайте оценим это. Что скажете вы? Сколько баллов дадите треку? Карточка появится попозже. Минимум 5 треков или альбом. Либо там запрос какой-то сумасшедший. 3 балла. Потому что душно. Реализация стиля. В куплете хорошо. Хоть и однообразно, но достаточно хорошо. В припеве нет. Здесь все-таки 7. А вот по харизме вот 6. Да. Потому что в ритмику ты держишь хорошо. Явно гораздо крепче 5. Туда даже к восьмерочке. Да. Рифмы и образы. Структура ритмика скучноватая. То, что разбавил внутри куплета, недостаточно. Недостаточно. В целом хорошо, ровно. Количество слогов и аэрбэки нормально. 7 можно поставить смело. Да. Трендовость и актуальность жанра. Кстати, бит не лучше. Скучноватый бит. Пятерочка, да? Угу. Здесь я думаю, что что-то типа семерки, да. Угу. Сердечко ранили, факелом, слова. Да. Сердечко ранили, факелом, я не спал недели две, вроде ходят они. Да, может даже 8 поставить, да. Угу. Вот такая история. По поводу облоги нет, к сожалению, нет. Да. Так. Да. 55 баллов. Тем не менее, спасибо за попытку, спасибо за поддержку нашего проекта замечательного. Спасибо за попытку в звук. Делай больше контрастов, потому что динамика той музыки, на которую ты пришел, она выше, она больше, и она все-таки требует переходов, иначе мы уснем. 2,5 для такого ровного трека, по хрону это очень много. Да, вот в общем-то и все. И, соответственно, ищи свой звук в припевах. Ищи свой звук в припевах, потому что все-таки, ну, не уверенно, пока сильно не уверенно. Да, такая история.